больших и на турнирах гран-при мы большую часть российских именно, да, фигуристов мало видим. Вот что бы вы сказали о начинающемся чемпионате России, что людям будет интересно здесь увидеть? Ну, я думаю, что, во-первых, интересно будет все. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо вам большое за большую любовь к нашему виду спорта. Я рада, если вы будете с нами. Чемпионат страны – это всегда, знаете, огромное событие. Я думаю, что это сильнее, чем чемпионат Европы, потому что, во-первых, мы видим все, что у нас есть в стране. Во-вторых, мы смотрим молодежь, которая здесь участвует, которая еще даже не может войти на международные соревнования, потому что по возрасту они не подходят, им 12-13 лет. Во-вторых, в-третьих, мы видим здесь наших судей, которые представляют нашу страну за рубежом в тех соревнованиях. Самых главных – это год олимпийский. И перед олимпийским годом чемпионат страны – это всегда, в общем, событие, которое помогает, комплектует, выслушивает разные мнения, смотрит перспективу и помогает в вопросах участия на Олимпийских играх. И мы здесь будем видеть, в общем, олимпийские программы. Те люди, которые претендуют, они будут нам их показывать. Мы будем смотреть, в каком они находятся состоянии физическом, функциональном, творческом. За два месяца. За полтора месяца до Олимпийских игр. Здесь формируется сборная команда страны, которая будет уезжать на Олимпийские игры. В общем, интересный. Нет, чемпионат страны это очень интересное соревнование. Да, советуем нашим зрителям не уходить от экранов в течение. Мы, во всяком случае, здесь, в Петербурге, в Питере, в Ленинграде. Здесь идет снег все время. Ой, нас завалило. Кстати, Анатолий, точно, совершенно. Но от этого, наверное, рождественские, да, завалило. Не менее, а, наверное, даже более симпатичные. Татьяна.